Поснимаем немножко на Sony X3000 ответы на ваши вопросы. Здравствуйте, Петрович. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к растительности на лице, усам и бороде? Я, значит, ответил на это. Нормально, у мужчин это положено. Сам бреюсь редко. Подтверждение. Почему редко бреюсь? Потому что на то, чтобы отросли усы, борода, естественно, организм затрачивает какую-то свою и энергию, он затрачивает и питательные вещества для этого. И когда мы часто бреемся, то и шкаблится верхний слой кожи, все это как-то неприятно. Если особенно часто бриться, здесь уже могут и лосьоны эти, кремы не помогать, потому что кожа начинает гореть. То есть надо давать какой-то отдых. Я примерно бреюсь раз где-то в 4 дня, в 5 дней, а то может быть и в неделю. Далее продолжается разговор. То есть ты считаешь ее бесполезной и не нужно. Извини, что так издалека захожу. Я же ответил, у мужчин это положено, сам бреюсь редко. И не считаю, что растет борода, усы бесполезным и ненужным. Наоборот, это у мужчины естественные, ну, может, как бы сказать, это его естественная составляющая, усы и борода. Есть народности, которые, да и раньше мы вообще не брились и не стрелись. То есть вот сколько отрастет, столько и отрастет. То есть если это у нас отрастает, значит оно необходимо. Также необходим волос и под мышками, раз он там есть. Я уж не говорю о других местах. Если это как-то мешается, можно, конечно, остричь, но существует мнение у ряда народов, что вот эта вот растительность, которая у нас имеется на голове, на лице, особенно, допустим, у племени или народности сикхов, это такие мужественные воины в Индии, они считают, что в этом где-то сила, ну, будем говорить, какие-то особые качества мужчины. И поэтому, если отрезать эти волосы или там бриться, то какая-то часть этих способностей мужских, мужественных уходит. Можно, конечно, вспомнить еще случай из Библии, когда богатырю остригли волосы, и он потерял свою силу. То есть это нормальная растительность на лице, больше я ничего не могу сказать, которая необходима. Раз природа нам это дала, то это нам надо. Все. А не считаю бесполезной и ненужной. Вот интересный вопрос. Вот смотрите, как это, ну извините, вот за выражение «выворот» идет. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к растительности на лице, у самой бороде? Ответил, нормально. Далее идет такой вот вопрос. То есть ты ее считаешь бесполезной и ненужной? Извини, что так далеко захожу. Ответ же был. Это положено.